не знаю, какое-то другое. Знаете, я чувствую себя сейчас человеком, который открыл большую пиццу и сидит такой, сейчас восхищается, и типа, это все мне. И вот у меня сегодня то же самое. А еще похоже на большую индейку, и ты по кусочку по-маленькому отрываешь и ешь. У меня такие ассоциации, да? Смотреть на глыбу камня, ассоциации самые, что ни на есть, реальные. Так. Не крути меня, пожалуйста, мальчик. Старший пока наш ребенок едет с футбола с папой. Тишина. Вот так, все. Кстати, у меня сегодня ровно месяц. Так будет держать. Ну подожди, мама говорит пока. Ровно месяц, как я снимаю видео без перерыва каждый день. Конечно, порой это... экспромт. Ну даже его снять, найти время, это часа два из жизни. Да. А если готовиться, продумать какую-то идею, например, как с крошкой. Помните, мы... большой тесто кокора с крошкой все вместе грызли. Это вообще часа, наверное, три. Написать субтитры, откорректировать на всех языках. Так что... для меня это маленькая победа, что на протяжении 30 дней, несмотря на все жизненные какие-то коллапсы, минимум 30 видео вышло, реально. Порой это, конечно, экспромт был полнейшей чушью. Даже я это понимаю. Но вот с сегодняшнего дня или завтрашнего мы прописали... нет, мы прописали, мы должны воплощать новые идеи для видео. Угу. На ближайшие дни. Надеюсь, этот месяц будет еще более результативным. Что я не сдамся каждый день снимать, что вам будет интересно, ваш интерес не будет падать. Оп. Тем более начинается теплая пора. Сейчас вот дожди пройдут. Будет время гор долгожданных. Милан вчера вас благодарил за то, что вы поддержали его со сказкой, да. Да. И я хочу отдельно поблагодарить. А куда? Ой, лезет мой. Давай, залазь. Да, ну шипик у меня. Так что я тоже хочу поблагодарить вас. Но то, что, да, Милана поддержали, столько реакций. Многие мне пишут, что смотрят меня еще, когда он был маленький. Честно говоря, я на YouTube вообще не делала ставок никогда. Поэтому я занималась всякими тиктоками, инстаграмами, по большей части. Угу. И мне последнюю неделю так стыдно стало за то, что канал был брошен долгое время. По-хорошему, я начала его развивать только с июля 2021 года. Не раз в полгода, как я до этого любила выкладывать видео, а плюс-минус какое-то движение на нем создавать. Я еще тогда подумала, наверное, ну актив мой мертв. Столько времени заниматься каналом, как бы,
Это дурная затея. Но так как во мне, как в моем характере, есть она такая черта, не сдаваться никогда. Я дала своему каналу и себе на проверку 3 месяца. Я подумала, Кать, ну вот 3 месяца тебе фору, да? Занимайся. Нет, значит нет, ты попробовала. А не попробуешь, будешь жалеть. А да-да. Да. И выходит, что я попробовала. Есть актив и пишите мне приятные слова. Да. И не только мне. Так что вы пишете мне приятные слова, это стимулирует безумно. Поэтому я 30 дней постила. Ну, постила, честно говоря, где-то плюс-минус идеи поддерживать хотелось, а где-то просто ну, в моменте что-то снять. Это может так казаться со стороны. Ну, действительно, просто сядь и снимай, это далеко не так. Так что, ребята, занимаемся каналом. Теперь основательно. Нужно продумать несколько линий. И послушать вас хочу. Насколько вам интересно? Просто вот слямзивать у других сразу я не поддерживаю. Кто там как готовит, кто мясо режет, кто там, не знаю, что запекает. Со всем уважением к хозяйкам я зарабатываю деньги. Готовлю я очень редко. И я с вами честна всегда, поэтому вы знаете то, что... Мне проще где-то в ресторан сходить, заказать на дом еду. Ну, может быть, и приготовить. Но это бывает не так часто, поэтому изображать из себя хозяйку, которая готовит. Зачем? Я такая, какая я есть. Я попробовала идею с тренировками добавлять в видео аккуратно. Но это по большей части даже... Ой, он целует маму, господи! Это по большей части как бы для того, чтобы у меня была тоже мотивация привести себя в тонус к лету, в форму. Поэтому смотрите, я как экспериментом с тренировками хочу попробовать. Потому что программа реально рабочая, я после 2 родов приходила только с помощью этой программы. Тону за очень короткое время, вы видели, как я выглядела год назад, какой у меня был огромный живот после родов. Так вот, эта программа не какая-то от балды, это действенная, существенная, действительно, нагрузка. В домашних условиях не нужно куда-то ехать, покупать сумасшедшие какие-то абонементы. Нет, если есть возможность, время, пожалуйста. Но у меня времени нет вообще порой. А в Инстаграм очень часто спрашивали люди. Да. Катя, как у тебя не жгутись? Поэтому в качестве эксперимента я выложила на YouTube. Посмотрим. Ну, для тебя я точно знаю, что нет, я буду выкидывать, чтобы просто сравнивать даже свою форму. Кому интересно, присоединяйтесь, задавайте вопросы. Я с радостью вам отвечу на все. Думала поднять глыбу, но она чисто лежит такая для красоты, для игр нам с Алексом. Мы ее убираем сразу наверх на полке, там мои запасы, чтобы они не путались. Да. Может быть, не знаю, какое-то другое. Может быть, с Игорем видео снять все-таки. Как мы глыбу эту с разных сторон кусаем. Давай маме последний. Нет, вам не желание. Все, пойдем, Маша, пока-пока. Пока-пока. А мужчина? Это мне для мела, мужчина! Для мела мне, пип! Вас не смущает, что мама себе приготовила коробочку для мела? Не для вас!
Эй!